Господа, томат сержант Пеппер. Среднего срока созревания получен в США в результате скрещивания сортов немецкая клубника, красная и синий. Относится вот к черным томатам в виде антоциановой плечики. 370, ну, 380. Так, и режьте, пожалуйста, барыня. Теперь так. Что у нас там? О-о-о. Ну-ка. Ну, ребят, как? Ну-ка, покажите. Ага. Ну, мясо, да? Да, мясо. Да. Славный, славный томатик, сержант Пеппер, да? Обалденный. Пушка. Красоты. Что это у нас? Это ясный самоцвет. Ой, вы знаете, я даже держать не могу. Вот второй рукой поддерживаю, потому что очень тяжелая грудь. Самоцвет. Это у нас желтые томаты, да? Это он относится к черным томатам. Черный томат. Да, ну вот видите, фиолетовые плечики. А давайте разрежем его. Ну и так режем. Черные томаты, самоцвет. Вау! Томат Паскаль де Пикардия. Очень красивый томат, да. Посмотрите, средний, ранний, индетерминантный, красно-малиновый, с антоциановыми плечиками, вот видите, угу. Черные такие, фиолетовые так он, плечики. Это черный томат? Это к черным относится, массой 100-150 грамм. Итак, томат черная красавица, вот видите, с этой стороны он такой коричневый, да, а здесь прям вот совсем черный, да. Очень. 300 грамм. Ну, давайте попробуем разрезать. Так, приступаем. Та-ра-ра-рам. Угу. Так, неплохо. Да, он очень красивый. Томат. Ну, темный тигр, высокорослый, урожайный, среднего срока созревания. Плоды среднего размера, темно-красные, с фиолетовыми полосками. Смотрится очень красиво на грядках. Вкусные, мясистые, сладкие, с пряным вкусом плоды. Это один из наших любимых томатов. И он вошел в нашу томатную коллекцию. Сейчас снимаем томат. Самые крупные и очень вкусные. Томат Рим. Посмотрите, какие гиганты. Ой. И попробуем их срезать. 2 килограмма. А, килограмм, 50 грамм. И очень вкусный, кстати, мы уже показывали в прошлом году. Мясо сплошное, как бекон. Томаты, акробаты, которым все мы будем рады. А подписывайтесь на канал ТОПСАД. Мы здесь рассказываем самые невероятные возможности, которые вы можете получить у себя в огороде, в саду и быть все время счастливыми и удачными людьми.